Прием заявок на большой разговор с президентом закрыт. Число желающих журналистов, экспертов и частных лиц порядка 1000. Из них организаторам предстоит выбрать около 300. Форум пройдет 9 августа во Дворце независимости. Ход встречи будет транслироваться в прямом эфире. В Беларуси продолжается уборка полей, а также посев озимых культур. На этот день собрано более 4000 тонн зерна. По весу каравая лидирует Минская область, а по показателям урожайности – Гродненская. Зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи, проса в республике убрано на 6% больше, чем в 2020-м. Сегодня в Беларуси отмечается День железнодорожных войск. Эта дата установлена указом президента в октябре 1998-го. Ее отмечают более 50 тысяч военнослужащих. Подразделения выполняют задачи ЖД-обеспечения, участвуют в ликвидациях последствий ЧС и строительстве дорог. В Беларуси чествуют молодых специалистов, медиков, прибывших на свои рабочие места. Лишь в Минске в этом году распределено около 1500 студентов. К ним относятся 301 интерн, 448 начинающих врачей и 781 средний медперсонал. ГАИ напоминает, в дождливую погоду автолюбителям необходимо выбирать правильный скоростной режим, четко соблюдать дистанцию и боковой интервал. Рекомендуется передвигаться по дорогам с включенным ближним светом фар. При проезде перекрестков и пешеходных переходов необходимо повысить внимание.